Ребята, куда мы попали? Ребята, где мы? Да это же дом с привидениями. Ну что, пойдемте внутрь? Всем привет, дорогие друзья, с вами Робзи, добро пожаловать в Roblox Дом Привидений. Мы с вами, ребята, будем совершать побег. Мы попали в дом с привидениями. Ну что, начинаем? Пойдемте, пойдемте. Так, и первое, что у нас здесь? Это какой-то... это какой-то мальчик. Что нам нужно сделать? Нам нужно... Да, надо аккуратно, на полу что-то налито. Нужно было прочитать мне же. Почему я не прочитал? Почему же не прочитал я? Ну что? Что, ребята, отправляемся заново. Так, я вижу какой-то мальчик здесь на 16 уровне. О боже мой, вы это слышите, ребята? Вы слышите этот смех? Возможно, мне нужно было наверх подняться. Но наверху ничего нет. Значит, нам сюда. Так, и мне нужно каким-то образом... проходить, чтобы не наступить на пол, ребята. Мы сейчас будем, значит, осторожно. На полу разлита какая-то... какая-то странная жидкость, ребят. Так, ну, у нас получилось. Отлично. Опять эта жидкость. Да что ж это такое? Ну, я сохранился, я не буду сначала начинать. Так. Так, куда? Отсюда мы пришли. Вот на стульчик. Сюда идем. Это дверь. Где дверь? Да ё-моё! Как же сюда пройти? Как же там пролезть? Я не понимаю сейчас. Да. Вот это! Вот это да! Вот это прикольная карта, уже мне нравится. Легко, ребята, здесь не будет. Так, надо на камин. С камина сюда. Хорошо. Так, и... все, ребята, я вижу. Нам сюда нужно. И проходим дальше. Да, прошли. О, боже мой, эти звуки, ребята, они меня реально пугают. Ребята, реально пугают. Так, лазерные какие-то ловушки. Так, ну это мы пройдем, я думаю, довольно-таки просто. О, хорошо. Идем, ребята. Да ладно, я не хочу туда заходить. Я же... Куда я попал? Говорит, здесь есть призраки. Уходи отсюда. Да я понимаю, что здесь... Так, надо вот сюда, наверное, обойти. Так, мы попали в какое-то подземелье с лавой. Так, это какой-то камень. А, нет, я не допрыгнул. И меня сожгла лава. Ах! Да ладно, снова? Нет, нам сюда. Вот, да. Я провалился снова. Так, значит, нужно осторожнее. Здесь не так просто, как казалось, ребята. Слышите этот побег? Так, идем. И на уголочек. Так, в этот раз у нас лучше получилось пройти. В этот раз мы не сдохли. Это очень хорошо. Так, сохранялочка. О, опять кто-то смеется. Выйди, покажись, если не боишься меня. Вернее, я тебя боюсь. Ну, ладно. Так, здесь. И хорошо, чекпоинт. Кто ржет так? Боже, это похоже на... Ай! Да это же похоже на смех Пеннивайза. Или мне так кажется? Ну мне, ребята, реально страшно. Вот это жуткого смеха такого. Так. Я не понимаю, что он написал. Ну и ладно. Я боюсь туда идти. Мне кажется, какой-то подвох. Паутина какая-то. Что мне нужно сделать? Наверх идти? Боже, везде паутина, пауки. Страшища-то какие. Так. Они движутся еще. Все, я вижу, это ловушка. Так. Они исчезают. Появляются. Снова появились. А как здесь можно пройти? Как здесь пройти, ребята? Офигеть. Это просто нереально. Да.
Эти закрыты. А, здесь, значит, можно стоять. Вот, все, я увидел. Значит, нужно набраться до вот этих, до вот этого места. Теперь вот до этого места. До этого. Все, 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 я увидел. Так. Сейчас эти потухнут, и мы пройдем, ребята. Надеюсь, мы пройдем. А, я прошел, я сделал это. Да-да-да-да-да-да. Так, и куда-то... Куда я поднялся? Ребята, где я очутился? На чердаке? Ребята, я вылез на чердак. И я вышел через картину Мону Лизы. Посмотрите, я могу обратно попасть туда? Да, это потайная дверь. Так, боже мой, кто опять смеется? Так, чекпоинт. Да, нам вот сюда. Здесь... Ребята, здесь живой пол. Вы посмотрите, он движется. Мамочки, это какой-то призрачный пол. Тихо-тихо-тихо. Ай! Меня расплавил этот пол. Так, я на 9-м уровне уже. Блин. Ой, опять я промазал. Да как же так? Что же здесь надо? Что же я не так делаю-то, ребята? Так, Робзи, давай соберись. Нужно аккуратнее это все проходить. Так, давайте, давайте. Здесь нет никакого секрета. На тумбочку. Так, а дальше куда? На вот этот матрас. На стульчик и на стол. А куда дальше? Опа. А как я... Я могу наступать уже? А, чекпоинт нужно собрать. Да здесь пол уезжает, смотрите. Он просто движет меня в сторону, как на льду. Ой-ой-ой, надеюсь, я пройду. Да, я смог. Говорит, быстрее убегай отсюда. Куда меня отправило? Ой-ой-ой, что со мной? У меня персонаж взбесился. Девочка какая-то. Привет, девчонка. Так, я смог выйти? Я оказался в начале, ребят. Я могу... Нет, здесь закрыто. Мне надо выйти, зачем мне отправлять на второй этаж? Боже, у меня мурашки по коже, ребят. О, три двери. Ой, ну что, Робзи, какую дверь выбрать? Возможно, это подсказка, ребят. Желтая, синяя и синяя, значит, идем в желтую. И давайте посмотрим, что в синей. О! Да, это была, ребята, реально подсказка. Мы сейчас сдохли, провалились в лаву. Желтая, синяя и синяя. Желтая, синяя и синяя. Да, все верно. Это страшная комната. Так, а как здесь? Я думаю... А как здесь, ребят? Здесь должна быть еще одна подсказка. Где подсказка, как проходить? Ладно, будем по старинке использовать. Проверенный метод. Хотя, здесь может работать... Да, желтая, синяя, синяя. Все, все, здесь также сработает. Желтая, синяя, синяя. Смотрите. Они ничего не поменяли. Так, сохраняй. Здесь выход. Здесь сейчас. Да ладно, это выход. Да вы что так пугать, ребят? Вы что, обалдели, что ли? Куда это я попал? Куда это я попал? Там же был выход уже. Почему меня закинуло? Черт знает куда. Боже, у меня сейчас глаза с ума сойдут. Этот движущийся пол, он очень сильно сбивает, ребята. Вот это да. Так, эта дверь, это может... Эта дверь может быть выходом? Какая дверь? Я попал вообще в какое-то другое измерение. Какие здесь двери могут быть? Так, по камешкам наверх. Так, что он сейчас там скажет? Вот, да, вот эта дверь, это выход. Так. И это выход? Да ты меня отправил в лабиринт какой-то. Так, давайте посмотрим, как пройти его. Так, ну это очень просто. Тут, если бы здесь не работало увеличение, то мы бы долго проходили. А так это просто. Так, лабиринтом мы справились. И... Все? И все? Мы вышли? Давайте возьмем курочку. Давайте возьмем это. Сохранялочку. Отлично, мы прошли. Да ладно, я могу даже нажать здесь play? Нет, не могу. А, ты не можешь взять gold coin.
Ну ладно. Ребята, ну что, мы сбежали с этого дома? Это какой-то телепортер, что это? Он не работает, ребята, он не работает. Ребята, ну мы спаслись из дома с привидениями. Отлично, спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы смотрите. Хорошего настроения и всем пока!